сахар. Ой, как больно. Вот водру. Ну. Кости больно. Не могу. Бабуш, признайся, на балконе была? Отстань. Была, значит. Если бы не была, сказала бы нет. Ты три раза была? Когда три раза? Один раз ты заболела, тебя вылечили. Второе скрупозное воспаление тебя вылечили. Вот. И опять ты поперлась. Ну скажи, вот как тебе говорить? И вообще, ты соображаешь, что ты идешь и болеешь? Сидешь и болеешь на балконе. Куда тебе выходить? Тебе 88 лет, ты на балкон выходишь голая. Ну? Еще будешь выходить? Я жду лета, выходить буду гулять. Лето? Так ты выходишь-то зимой постоянно. В прошлый раз я с тобой просидела целый месяц. Тут бегала с тобой всю ночь. Ты? Да. Ты что, уже не помнишь? Я ничего не помню. Ну, правильно. Что ж ты месяц сидела? Что ж ты жила тут месяц? Да, ты же не помнишь, как ты здесь это... болела сильно. Все на работе, с тобой некому было сидеть. Я с тобой сидела. Года 2-3 назад, я уж не помню тоже, в каком именно году. Так это ты в толк не взяла, опять поперлась на балкон. Подняли тебя на ноги. Ну, при чем тут балкон? Ну, при том, бабушка, ты что, не понимаешь, что ты распаренная, выходишь на балкон, и все. И привет родителям, опять с тобой мучаются. И сама мучаюсь, и других тоже. А кости чего болят? А вот кости от того болят, что ты простужена. Все-таки воспаление легких, это 88 лет, это ж не фунт изюму. Как ты думаешь? Что-то приговариваешь, у меня всего 80. Всего 80? Как это? Сидит. Да ты выглядишь-то лет на 70-75. Теперь сидит одна, но вот так. Тихо. И говорит, как